Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этом видео я вам покажу, как сделать калибровку своего тачскрина, то есть экрана Android устройства, телефона либо планшета. Калибровка делается в тех случаях, когда сенсор на нажатие пальцами плохо отвечает, либо делает двойные действия. И для этого нужно сделать калибровку. Я вам скажу, что у меня вообще не нажималось. Я вам расскажу позже в этом видео, как я вышел из этой ситуации. Все, что вам нужно, это скачать в Play Market. Вот такое приложение. Оно бесплатное. Называется оно TouchScreen Repair. Ссылочку я оставлю на это приложение в описании под видео. Открываем это приложение. У нас откроются вот такие окошечки. И будет нажмите запустить, чтобы начать. Я вам скажу, у меня случилось так, что ни на какие нажатия не реагировал. Я просто подключил, вот как сейчас у меня подключена мышка, и сделал эту калибровку мышкой. То есть, если у вас такая проблема, что сенсор вообще не реагирует, подключаете мышку к своему телефону либо планшету и делаете это мышкой. Итак, нажимаем запустить. Прикоснитесь к зеленой области, сделайте одно быстрое касание, не делайте длинное нажатие, не перемещайте палец по экрану. И начинаем делать калибровку. И видите, идет подготовка участка 2 к замеру. Итак, делаем такие вот касания. Я сейчас делаю пальцем, да, благо я сейчас могу так делать. И идет настроечка. Обнаружено неправильно. Видите, если долго, пишет неправильно. И делаем калибровочку. Жмем. И так далее, пока не закончится этот тест. Потом после теста нужно будет произвести перезагрузку Android устройства. Ну, сейчас я покажу вам. Еще раз. И сейчас будут производиться замеры, то есть какая наилучшая калибровочные значения на время отклика. Идет вычисление уменьшенного времени отклика. И применяется одинаковое время отклика на всех экранах. Так, реклама выключаем. И вот мы смотрим успешно. На тачскрин время отклика уменьшается на 8 миллисекунд. Что это значит? Ваш сенсорный экран будет лучше реагировать на касание. Сокращается задержка после касания. Вводить текст в клавиатуре стало легче. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем перезапустить устройство. Все, друзья, делаем перезагрузку устройства. И ваш сенсор настроен. На этом все. До следующих встреч!